Депутаты на заседании бюджетно-финансового комитета утвердили поправки губернатора Георгия Полтавченко в бюджет Петербурга на 2012 и плановый период 2013-2014 годов. Так, на строительство Орловского тоннеля, Новоадмиралтейского моста и моста через остров Серный средства из городской казны пока не выделят. Как пояснил глава комитета финансов Смольного Эдуард Батанов, рассмотреть вопрос о выделении средств на эти проекты можно будет в рамках весенних корректировок, которые по традиции проходят в мае. Еще раз подчеркну, что город не отказывается от этих проектов. Мы по-прежнему находимся в стадии рассмотрения сроков, этапов и необходимости реализации данных строек в ранее планировавшихся темпах. В целом, доходные параметры бюджета Петербурга на 2012 год увеличатся на 12 миллиардов, расходы на 14 миллиардов. Чуть меньше половины вновь поступившей доходной части, 6 миллиардов рублей, планируется направить на ЖКХ. Эти деньги потратят на ремонт фасадов, снос аварийных зданий, подготовку к зиме. 1,5 миллиарда рублей уйдет на ремонт лифтового оборудования. Еще столько же на ремонт крыш многоквартирных домов. Около 2 миллиарда рублей выделят на дорожное хозяйство. Эдуард Батанов подчеркнул, дорожный блок по-прежнему остается важным для нас. Только на ремонт аварийных дорог планируется потратить 750 миллионов рублей. В первом чтении финансирование по этому направлению и так было увеличено на 20% по сравнению с 2011 годом. Еще 750 миллионов рублей мы хотим потратить дополнительно на уборку улиц и тротуаров. Частично эти средства также можно рассматривать как подготовку к зиме, и мы полагаем, что с этим в предстоящий зимний период не должно возникнуть проблем. Около 300 миллионов рублей предоставят на программу долгосрочного жилищного кредитования. По словам Батанова, это позволит улучшить жилищные условия почти 800 семьям. С учетом поправки губернатора, доходы бюджета Петербурга на 2012 год составят 387 миллиардов рублей, расходы 418 миллиардов 300 миллионов рублей. Татьяна Козырева и Роман Рожков.